Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна, и мы находимся в магазине Fix Price по адресу город Пушкин, улица Железнодорожная. Будем смотреть новинки, которые сюда приехали. Новинок действительно достаточно много. Начну сегодня с отдела красоты. Появилась новая линейка средств Витаника. В данном случае это крем увлажняющий для лица. Емкость его 60 мл. Он упакован в аккуратную коробочку, и по производству это Республика Татарстан. Здесь у нас в двух вариантах он представлен. Крем именно увлажняющий для сухой и чувствительной кожи. И еще крем активный уход, безупречная кожа, 2 в одном. Здесь масло макадамии, ретинол, биотин и УВ-фильтры. Интенсивное питание и восстановление. Производство также Татарстан. И по объему также 50 мл. Срок годности его 36 месяцев. И 6 месяцев после вскрытия. Обратите на это внимание. И второе средство в этой линейке из Республики Татарстан. Это крем для тела. 77 рублей. 400 мл у нас представлен. Он тоже в двух вариантах. Экстра увлажнение с экстрактом лотоса, маслом ши и провитамином В5. Также интенсивное питание, масло макадамия, ретинол и провитамин В5. У этого крема для тела очень интересная крышка. Она не отвинчивается, а, видимо, отщелкивается. Поэтому здесь она заклеена обязательно скотчем. Проверяйте, потому что кто мог этот крем, если вот этого скотча нет, вскрыть. Я так понимаю, крышка просто открывается. И здесь тоже стоит прочитать, что срок годности у этого средства 24 месяца. 6 месяцев после вскрытия упаковки также Республика Татарстан его производит. Еще одна новинка под этим брендом в магазине Fix Price появилась. Это лосьон для тела 315 мл. Стоимость его всего 55 рублей. Здесь идет питательный лосьон для тела с маслом манго, ежедневный уход, упругости питания. И лосьон для тела восстанавливающий с маслом кокоса, ежедневный уход, увлажнение, питание кожи. Все же срок годности 36 месяцев. Больше, чем у срок хранения, чем у крема для тела. И 6 месяцев после вскрытия. Номинальный объем 315 мл. Здесь написано, что масло кокоса отлично питает, разглаживает кожу, защищает от повреждений, от преждевременного старения и стрессовых факторов окружающей среды. Но оказывается, это тоже еще не все. Крем для ног авокадо и алоэ вера 200 мл. Уже под этим брендом 55 рублей. Крем для ног смягчающий, ежедневный уход против сухости. Экстракт лотоса, масло макадамии, депантенол. Вот в этом креме для ног. И еще освежающий, ежедневный уход, снятие усталости ног и охлаждение. Экстракт мяты, алатаин и депантенол. На самом деле в этой линейке 4 новых средства. Это, соответственно, которые я уже показала. Лосьон для тела, а также крем для тела, крем для лица и крем для ног. Еще у нас появился лосьон противовоспалительный «Болтушка салициловая». Антибактериальный комплекс, подсушивает прыщи, устраняет угревую сыпь. Стоит он 50 рублей и здесь 25 мл. Производит этот лосьон город Москва. Срок годности аж 30 месяцев. Салициловая болтушка – одно из лучших средств для кожи, склонной к акне, является хорошей профилактикой от появления прыщей. Но все-таки перед использованием лучше проконсультироваться со специалистом. И любители тканевых масочек, все совместно радуемся. Появились новые корейские тканевые маски в магазине Fix Price. Почему-то здесь вот на логотипе даже Samsung написано. Здесь у нас три варианта. Это морские водоросли, муцин, улитки. И еще, конечно, традиционная маска с алоэ вера. Проверяем производителя. Действительно написано, что это Республика Корея. Здесь 25 грамм. И срок хранения 3 года с даты изготовления этой маски. В отделе красоты прекрасная новинка за 199 рублей. Это двустороннее зеркало. Посмотрите, как уже это зеркало оставили предыдущие покупатели отпечатки на нем. Они представлены у нас в двух цветах. И диаметр самого зеркала 12,5 сантиметра. У этого зеркала еще есть вторая сторона. И она идет с двойным увеличением. У нас еще есть, правда, беленькое зеркальце. И еще черный вариант этих зеркал. Сделано все очень аккуратно. Смотрится симпатично, надо сказать. Здесь такое вот основание. И все любители-садоводы, смотрите, сколько луковичных у нас довезли, скажем так. Появились нарциссы. Разные абсолютно расцветки нарциссов. Например, нарцисс тацетта, так называется, 40 сантиметров он высотой. И здесь луковички. Луковички, надо сказать, во всех луковичных, которые есть в фикс-прайсе, достаточно приличные, крупные, большие луковицы. А вот производитель этих луковиц Нидерланды. Есть еще вот такой нарцисс, тоже 40 сантиметров, крупный.
крупнокорончатый он называется. Тоже две луковицы, большие, крупные. Выжжен нарцисс, только в белом цвете. И довезли у нас тюльпанчики. Вот тюльпан махровый поздний, 40 сантиметров. Здесь уже идет три луковички в упаковке. Еще вот такая расцветка, высота его тоже 40 сантиметров. И вот тюльпан махровый ранний, три штучки. Этот тюльпанчик уже повыше, 50 сантиметров. Производство всех луковиц Нидерланды. Нашла еще один нарцисс. Нарцисс трубчатый, 40 сантиметров. Стоимость луковиц, соответственно, 50 или 55 рублей. У гиацинтов, а у крокусов 50 рублей. И самая классная новинка на сегодня, как мне кажется, за 199 рублей от компании Лори приехали картины по номерам. Это действительно классная штука. И стоят они всего 199 рублей. Недавно в магазине Светофор я вам показывала тоже, что привозили картины по номерам китайского производства. Стоили они 280 с копейками рублей. Их расхватали просто буквально в первый же день. В этом наборе основано картоне с контуром, акриловые краски, вспомогательный лист, кисть и акриловый лак даже. Размер картины вот этой «Дом с красной крышей» 38 на 28,5 сантиметров. Обязательно покажу вам все варианты, которые есть у нас. Напомню, что Лори производит свое продукцию в Ярославле. Смотрите, даже есть щенок корги. Но все, эти картины разлетятся моментально. 38 на 28,5 сантиметров. Олененок с бабочкой. Синий парк. Размер картин везде внутри одинаковый. Прага. Розы. И еще есть вот такой олень. Вечерняя Венеция. И вот такая сова. И еще вот Биг Бен. Абсолютно все я вам показала. И сегодня для деток очень много интересных новинок. Вот такой игрушка-пазл 3D. Собери красочную переливающуюся картинку с 3D-эффектом. И на коробке эта картинка уже изображена. То есть то, что у вас должно появиться. Размер собранного пазла будет на самом деле 52 на 32. Вот здесь он представлен в миниатюре. Здесь 88 элементов и всего. Всего 4 варианта этих пазлов существует. Единственное, не назову мне вам цену, но что-то мне подсказывает, 199 рублей. Еще вот такой пазл 3D. И да, не забывайте, пожалуйста, писать свои комментарии по всем новинкам, которые вы видите, и по тем вещам, которые вы используете из магазина FixPrice. Лучшие отзывы будут появляться непосредственно во время моего ролика, чтобы вы знали, чтобы мы с вами знали весь ассортимент FixPrice и могли знать, что покупать, а что не стоит. Довезли к нам снова конструктор «Веселые магнитики» за 199 рублей. Был он уже раньше, просто сейчас его довезли. Фантазирую, развивая мышление, АБС, железо, магнит. И здесь внутри вот такой конструктор 3+. Кто также пользовался, пишите свои отзывы. 199 рублей. Аналоги, конечно, стоят гораздо дороже. Компания Zuwei китайская продолжает нас утеплять в магазине FixPrice. Смотрите, за 99 рублей приехали гольфы женские. Вот так вот вам их покажу. Они достаточно длинные, эти гольфы. И рядом носочки. Тоже стоят они 77 рублей от компании Zuwei. Что касается, значит, гольф, то здесь 50% ангора, 30% шерсть, 15% полиамид и 5% лайкра. Производитель Китай. И скажите, вот верите вы на самом деле, что здесь ангора, лайкра, вот это вот все, что 50% ангора и 30% шерсти при стоимости 77 рублей. Мне кажется, все-таки они лукавят, производители. И у нас в трех цветах они представлены, эти гольфы. У носочков 85% шерсть, 10% полиэстер и 5% эластан. И здесь написано под Зувеем, написан почему-то Бишкек, Кыргызстан. Еще от Зувея приехала новая партия колготок женских из хлопка и кашемира. Вы видите, по цветам они есть еще серенькие, вот такие темно-серые и темно-коричневые, тепленькие. 63 хлопок, 27 полиамид, 7% кашемир и 3% эластан. Вот цвета следующие у нас в магазине представлены. И вот у нас еще и лежат вот эти серебряные, блестящие всякие разные шапочки. По ним были, кстати, разные отзывы. Кому-то они показались не очень актуальными, интересными. Как думаете вы, успели ли вы приобрести такую шапочку себе? Стоимость их 199 рублей. А производство Карачаево-Черкесия. В канцелярии тоже постоянно появляются новинки за 55 рублей. Фигурные ручки 5 штучек в виде таких инопланетных
существ производства Китая. По составу вам скажу, что это БС, пластик и чернила. Переходим в наш любимый с вами отдел. Это книжки. И за 70 рублей в серии Pocketbook появились тоже новинки. Например, Джоан Харрис «5 четвертинок апельсина». Здесь, смотрите, написаны еще другие произведения, которые в этой серии есть от Джоан Харрис. Это «Шоколад», «Другой класс», «Централ парк» и «Живичное вино». От Гийома Мюссо «Центральный парк» как раз в этой серии у нас есть. Здесь еще произведения этого автора в этой серии должны быть. Обязательно их привезут в фикс прайс. Так что ждем. 77 рублей. «Девушка из Бруклина», «Здесь и сейчас», «Бумажная девушка», «Я возвращаюсь за тобой». И Харуки Мураками тоже не оставил нас без новинки. «Бесцветные Цкуру», «Тадзаки» и «Годы его странствий». И опять же показаны произведения. Вот, например, «После мрак» уже был. «Мой любимый спутник», «Норвежский лес» тоже лежал в фикс прайсе. И «Слушай песню ветра», «Пинбол 1973». Кстати, произведение Гийома Мюссо вы можете еще найти вот в этой серии книжек. Она оформлена немножко по-другому. Стоит она также 77 рублей, потому что я тебя люблю. Довозятся новые произведения от вездесущей Дарьи Донцовой и от Татьяны Устиновой тоже. Новые есть произведения. Кстати, вот от Гийома Мюссо еще вот такая книга «Ты будешь там». Напомню, что в серии Pocketbook постоянно стоит практически Александр Дюма на полочке, «Граф Монте-Кристо», обе части. И вот Дэниел Кис у нас сейчас еще остался, «Прикосновение». Также за 77 рублей появилась целая серия книжек от компании, хотела сказать, от автора Джеймс Роллинс. Весь Роллинс. Видите, такая серия. Здесь «Ключ судного дня». Еще одна книжка в этой серии «Линия крови». Есть вот такие, вот такой автор Наталья Тимошенко, тоже только что приехала, «Исчезающий в темноте». Здесь в углу очень скромно лежали картины по номерам. Здесь, например, «Цветы в вазе». Еще новая картина, которая там на полочке не была выставлена. Еще «Солнечная улица». «Лодки». «Бен» я вам уже показывала. Есть вот такой щеночек симпатичный, сарбеннар. И за 99 рублей появились не менее классные наборы для семейного творчества. «Шить легко, все необходимое внутри». Всего в этой серии 6 вариантов картинок. То есть вы шьете такую симпатичную игрушку. Производит это. Очень радует, что город Зарайск, Московская область. И, внимание, содержит мелкие детали. Только под присмотром взрослых можно это использовать. Что же там внутри? Нетканный материал с печатью. Наполнитель силиконизированное волокно. Силиконизированное волокно, иголка, нитка мулине и инструкция по пошиву вот такой вот игрушечки. И у нас в магазине пока есть абсолютно все варианты. А от Лори еще вот такой набор «Алхимик», «Химические опыты», «Цветная лава». Эти наборы были и раньше в магазине «Фикс Прайс», сейчас их в большом количестве подвезли снова. Входит в этот набор подсолнечное масло, раствор лимонной кислоты, раствор гидрокарбоната натрия с красителем, перчатки и инструкция тоже, наверное, только под присмотром взрослых. И здесь вот написано 12+. Производит эти наборчики все тот же город Ярославль, не Китай. Еще «Алхимик», «Химические опыты», «Полимерные червячки». В состав входит раствор альгината натрия с красителем, раствор хлорида кальция, перчатки, пластиковая емкость, шприц. Инструкция также 12+, не покупайте маленьким детям. Набор металла «Магия». Здесь раствор сульфата меди, солевой раствор, гвоздь, перчатки, инструкция. Еще жвачка для рук. Буду полностью зачитывать этот длинный список, что входит в набор. Просто вы должны понимать, что есть в ассортименте. Фикс прайса. И металломагии есть еще вот в таком. Оловянная губка. Предыдущий набор был мохнатый гвоздь. И в серии металломагии еще есть битва металлов. Тоже посмотрите состав набора, также 12+. Стоимость этих наборов 99 рублей. Можно купить сразу все наборы и провести кучу-кучу опытов со своими детками. Туалетной бумаги тоже пополнение. За 199 рублей появились вот такие наборы туалетной бумаги из 8 рулонов. Зеленое яблоко. Плюша производства этой бумаги Краснодарский край, 100% натуральное написано. И 2 слоя. Кто покупает эту бумагу, также оставляйте отзывы, какую бумагу вообще вы предпочитаете туалетную. Кстати, вот эти ковшики и кастрюли, по поводу которых разгорелись, и, кстати, сковородки. Кто-то вот этими сковородками сковы долго-долго
долго пользуется, у кого-то она сразу показала себя с не лучшей стороны. По поводу ковшиков с кастрюлями тоже возникли целые баталии, можно сказать. Кто-то прям их приобретает для варки борщей, кто-то для разогрева просто. Кто-то говорит, что они совсем непригодны. Пожалуйста, внизу в комментариях напишите свой отзыв, если вы вдруг приобрели такую кастрюльку или ковшик. Как вы считаете, можно ли ими пользоваться на постоянной основе? Появились новые пряники в магазине Fix Price в Воронежской области. Их производят. Это пряники шоколадные, так они называются. И здесь аж 500 грамм, цену не скажу. Тоже только что их выложили. У них очень интересная упаковка. Вот здесь вот ручечка. Совсем забыла вам показать новинку от компании Добр Бобр за 99 рублей. Это магнитная слизь «Скользкие монстры». Добр Бобр постоянно привозит всяких лизунов в магазин Fix Price. Некоторые подписчики спрашивают, а зачем они вообще нужны? Напишите, пожалуйста, как вы думаете, зачем они нужны? 6+. И производит это все город Дзержинский, Московская область. Интересен состав. В составе здесь вода, натуральный загуститель, порошок железный, краситель и консервант. У нас эта слизь представлена в одном только цвете, и она вот так вот переливается по баночке. Наконец-то в магазине Fix Price появились красивые яркие красочные кружки с тропическим дизайном за 77 рублей, 340 миллилитров здесь по производству. Это фарфор. У нас эти кружки представлены в трех вариантах. Вот такие красивые с гранатом. Сейчас, внимание, вот такая кружка с грейпфрутом. И есть кружечка еще с апельсином. Здесь поменьше чуть-чуть листочков, чем грейпфруте. Стоимость ее также 77 рублей. Смотрите, здесь за 25 рублей лежат два ценника. Блюдце чайное и чашка чайная. У нас осталось только блюдце. Вот таких блюдец точно. Блюдце это точно новинка. 14 сантиметров. Чашечки, видимо, разобрали бы чем блюдце. Стоимость этого блюдца 25 рублей. И это просто стекло, производство Китай, 14 сантиметров. Были, наверное, вот такие же вот симпатичные чашечки. Ну и на этом я хочу закончить свой обзор из магазина Fix Price. Сегодня очень много классных новинок для детей, для детского творчества. Картины по номерам вообще the best. Их разберут очень быстро, так что бегите в магазин Fix Price за этой новинкой. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.